Дан старт паровой скачки приза Салаватый Лау для лошадей 3 лет и старшей башкирской породы. Дистанция 2400 метров. Скачку возглавляет 2 номер Гаяс. Далее 6 номер Грант. Затем 4 номер Тулпар. Скачку ведет 2 номер Гаяс. Далее Грант, Тулпар. Первые 400 метров дистанции пройдены за 34,3 секунды. Скачку возглавляет 2 номер Гаяс. Далее Грант, Тулпар, Акьял, Газис. Также Гаяс, да, ведет. Скачку возглавляет Гаяс. Далее Акьял. Далее Акбарс, Грант, Газис. Напомню, дистанция 2-й скачки приза Салавата Юлаева 2400 метров. Скачку возглавляет 3-й номер Акьял. Очередные 500 метров дистанции пройдены за 42,1 секунды. Скачку возглавляет 2-й номер Гаяс. Далее Акьял. Скажите, да, сейчас кто как едет? Акьял? Скачку возглавляет 3-й номер Акьял. Скакать еще один круг. Скачку ведет 3-й номер Акьял. Далее 2-й номер Гаяс. Далее Грант, Тулпар. Скачку ведет Акьял, Гаяс. Далее Грант. Лошади растянулись по дистанции. Скачку уверенно возглавляет 3-й номер Акьял. Далее Гаяс, Грант, Газис. Очередные 500 метров дистанции пройдены за 45,9 секунды. Скачку возглавляет 3-й номер Акьял. Далее 2-й номер Гаяс, 6-й номер Грант, 5-й номер Газис и 4-й номер Тулпар. Выходят лошади на финишную прямую. В борьбе за 1-е место 6-й номер Грант, 5-й номер Газис. В борьбе за 1-е место 3-й номер Акьял, 6-й номер Грант. Заканчиваю дистанцию 3-й номер Акьял. Заканчиваю дистанцию 6-й номер Грант, 2-й номер Гаяс. Заканчиваю дистанцию Газис. Заканчиваю дистанцию 4-й номер Тулпар. Заканчиваю дистанцию 7-й номер Акбарс.